Добрый день, вашему вниманию. Вот колготки 100, есть маленькие дефекты. Значит, у нас здесь утепленные лосины от H&M с начесом. Размеры от 2 до 4. Значит, в этой стопке дефекты есть некоторые. Это значит, у нас маленькие зацепы и небольшие катышки. Следующая стопочка у нас с начесом лосины. Здесь есть маленький дефект, это то, что на резинке у нас есть какая-то стрелочка и небольшие катышки. Вот, следующие колготки у нас большие, размер большой, где-то 4 с люрексом, тянутся. Следующая у нас вот такая стопочка, здесь, значит, колготочки с резиночкой, как бы сделана, да, такая красивая, утяжная. И здесь размеры разные, от 2 до 4, плотность 100 ден, 70 ден. Здесь у нас с рисунком идут, 3-4 рисунок. Размер 3-4, плотность 50-40 ден, есть и 70. Здесь у нас вот такие мужские подштанники, размер LXL, детские колготки капроновые на размер, ну, на лет 3-4 года и 4-5. Размер 2-40 ден, нормальные, все хорошие. И размер 3, здесь у нас есть 50, 60 и 70 ден. Также есть у нас здесь колготки 15 ден, 15-20 ден, все хорошие, все хорошо. И размер 2-3. В этой стопке у нас колготки плотностью 40 ден, 50, 60 ден, размер 3. Есть вот колготки у нас 20 ден с красивыми плавочками, которые будут украшать. Носочки посчитаны как за 1 единицу. Капроновые гольфы 20 ден. Вот такие носки цветные. Катоновые носки детские. Шапка утепленная на флисе 10-11 лет. Шапка для взрослого утепленная. Панама и снуд. Тонкий трикотаж. Спасибо за внимание.